Что-то тут прямо лоси разбесились. Большие зайцы, выращенные на стероидах. О, следы. Ну там уже копыта. Дубровские дачи. Вон. Что за дубровские дачи? А Селинская-то это. Велинский или Селинский есть вот там. Ага. Вот на горе здесь? Да, дачные поселки. Вот на этой горе? Ага. Ясно. Ну вот, это тоже наша земля. Мы, наверное, как-то криво ушли, нет? Нет, мы идем. Правильно? Ну все. Вроде бы правильно идем. Вот, опять зайцы-переростки. Выращенные на российских стероидах. Че? Елку снимать? Да-да-да. Сейчас сниму. Ух ты, ничего себе шарик. Вот это елка. Сколько-то не ломано, ничего. Да. Декоративно. Красиво, да? Красивая, да. Ох, увидишь, что, забираем? А? Забираем, говорю, или пускай здесь растет? Пусти. Потом заберем, да? Все красавицы. Ой. Везде эти кучи муравьиные. А? Чуть не упал. А где, а дуб в монастыре, да, рос раньше? Мне говорили, что типа дуб там еще рос раньше. А это селянки? Да. Или нет, там куда угор вообще? Так нет, это выкосили. Да. Где, говоришь, Сюзи было? А? Где было Сюзи? Там вот еще? Прямо. Еще, вот еще прямо дальше. Где? Можно даже дома есть. О, а здесь смотри, какие-то ямы. Вон, видишь? Здесь домов не было, я не видел. Это бутыль от воды, наверное? Думаешь, от воды? Да-да, потому что праздник или вот подснежники, пожалуйста, или все подснежники. О, прямо на наших полях, да, растут подснежники. Надо будет любимый вести букетик. Собрать. У тебя, а у нас у него. У нас, да, у нас вот здесь получается. Ну вот, здесь у нас подснежники растут. Вот, еще подснежники. Смотри, какая красота, да? Они не открылись, потому что холодно. Если что, дома раскроется. Еще подснежники. Здесь раньше была дорога через лес Калинск. Ну и по ней мы ходить не будем. Нет, а сколько километров? Отсюда? Да. Ну, 2-3, может быть. Километра 3 до Ильинска. Не, немного. Считай, вот до леса сколько километров? Ну. По лесу тоже километр. Ну там еще поле есть. 2-3. Ну и поле. 3 километра. Да, Ильинск. Это все наша земля. И это наши подснежники.